Всем привет! Сегодня расскажу, как же управлять главным героем в 3D GTA. Если что, в 3D GTA свое управление, а в HD GTA другое. Поэтому может видеть видос про управление в HD GTA. Погнали! Как вы видите, вы зашли в игру и вы видите меню. Если у вас новая игра, нажимайте «Старт игры». А если игра у вас уже запущена, нажимайте просто кнопку «Продолжить». И после этого вы окажетесь в мире. Вы увидите такого ниггера перед вами. И вы не поймете, что вообще делать. Для начала, чтобы крутить камерой, вы должны взять мышку. И крутить ее вправо или влево. Тогда игровая камера будет поворачиваться так же, как и ваша мышка. Вправо или влево, или вверх, или вниз. Примерно как-то так это работает. Теперь мы освоили первую часть. Теперь надо освоить вторую. Как же ходить? Когда мы нажмем букву W на клавиатуре, наш ниггер пойдет сразу вперед. Но как же ходить вправо или влево? Чтобы наш ниггер повернулся и пошел назад, мы должны будем нажать букву S. Для того, чтобы наш ниггер пошел направо, нажимаем D. Также, чтобы пойти налево, нажимаем букву A. А чтобы пойти чуть-чуть вперед и чуть-чуть влево, нажимаем W и A. Есть чуть-чуть другой вариант ходьбы. Нажимаем букву W и мышкой вводим туда, куда наш герой будет направляться. Направляемся влево, герой пойдет влево, но при одном условии, если все это время мы будем держать W. Теперь я расскажу, как надо бегать. Для того, чтобы прыгать, мы должны будем использовать мышку W и пробел. Нажимаем пробел, и наш герой в тот час минуту прыгнет. Также мы можем прыгать в бегу, нажимая W. Также мышка нам пригодится для того, чтобы направлять героя, куда он будет прыгать. Для того, чтобы бегать, нажимаем W и Shift. После этого CJ начнет бежать, или этот ниггер. Ничего страшного, если вы сильно набегаетесь, и CJ перестанет бегать. Просто вам нужно отпустить все кнопки и отдохнуть. И после этого наш герой сможет дальше бегать. Для того, чтобы сесть в любую тачку, нам понадобится нажать букву F. Только когда CJ подойдет близко к машине, нажимаем эту буковку, и наш герой сразу сядет в машинку. И после этого мы поедем. Для того, чтобы ехать, нажимаем нашу любимую W. А про повороты нет говорить смысла, потому что всех уже достало говорить про эти повороты. A, D. Это поворачивать. В машине камера работает так, что если мы будем поворачивать мышкой, машина не будет поворачивать вместе с ней. Мышка просто нужна ради комфорта. Ну ладно, я вам что-нибудь, надеюсь, хорошее рассказал. И вы, наверное, начнете играть в GTA или посмотрите еще видос. Ну ладно, если под этим роликом набирается 7 лайков, тогда я выпущу вторую часть, как управлять байками и великами.